такую картину увидел. Значит, здесь Марсик, Мирка и Жорик. Жорик сидит, охраняет Мирку. Марсик там в будке, Жорик здесь. Ну, 5 минут назад здесь не было коврика. Это я уже постелил сюда коврик. Один, потом второй. Ну, вижу, он на бетоне сидит. А Вика говорит, он уже тут 3 дня. Как охраняет Мирку. Не отходит, плачет, главное. Я его пытался вытащить, чтобы коврик подстелить. Он не дался. Он меня за руку так вот чуть не тягнул. Вот, зубами только тык, клац меня. Сам весь трясется, дрожит. Вот такая картина. Что? Есть вон большая будка, вон в углу. Гляньте, какая дырка. Тут 5 поместится в этой будке. Нет. Нам вот та маленькая нужна. Ну, знаете, как говорят, тесноте не в обиде. Я сейчас выйду, посмотрю. Смеюсь с них. Весна. И у Мирки тут, ну, наверное, что там что-то это. И вот они тут втроем делят кусок хлеба. Ой, Марсик. Тут Мирка. Сейчас Марсик туда зайдет. В будку. Потом Мирка заткнет дырку, а Жорик будет сидеть на выходе. Они его туда не пускают, в свое общежитие. Ну идите, идите, ладно. Укладывайтесь, я пошел. А я сейчас пойду, а потом приду. Переместились. Марсика туда заперли. Все, никак не улягутся. Занимайте места. Все. Мирка, давай. Распределяй мужиков. Где будете? Где будете почивать? А? Никак не определяться. В этой будке они втроем не помещаются. Втрое не помещаются. Но не хотят почему-то, не знаю. Вот Марсик ходит. Места себе не находит. Жорка, он будет всю ночь сидеть возле Мирки и петь песни. Вчера они пели песни возле окна. Ну, под окном у Виктории. Она говорит, всю ночь этот страдал. Вот. Теперь мы там будку закрыли ту под окном. Здесь, пожалуйста, вот две. Одна. Вторая. Мадам, где ты там? Где она есть? Давайте, быстрее, укладывайтесь. Они же увидели, что я с камерой пришел. И все, теперь он нарушился ритм. Вон, постелил им, видите, новый коврик. Ну, жалко, Жорик всю ночь будет на бетоне сидеть и охранять Мирку. А в дом его нельзя, потому что в доме он будет скулить. Еще хуже, если его закрыть в дом. А если Мирку закрыть, он будет по ней, будет скриптись. В общем, вот здесь еще как-то вот. Вот это так 2 недели теперь будет. Такая кутерьма. Ничего поделаешь. Марсенчик, что ты так? Зырь на меня. Давайте, разбирайте тут свои собачьи дела. Пошел я. Буду приходить, проверять. Опять уж. Сторожишь. Сиди, сиди, во. Сиди, сиди. Иди, Жорка. Чего ты убежал? Пост номер 1. Вот сядь и сиди. Все, вот так будет до утра сидеть. И ничего, дрожит слегка. Вика говорит, я выхожу в 2 часа ночи, в 3. Он сидит, он даже не спит. Он потом днем спит. Ну, вот он караулит Мирку. А Марсик там сзади. За Миркой. Вот такая вот тройка. Что, сиди, сиди. Все. А потом начинает ночью так подвывать, так песни петь. Жорка. Я буду выходить периодически и смотреть, будет ли он этот спать или будет бдить. А где же там Марсела? Он же черненький, там его не видно. Жорка. Ну,
Мирка, потревожила я вас? Покажи Марсика. Давай, что ты ко мне прибежал? Дрожишь? Ты что дрожишь? Ты посмотри. Ой, Жорка, успокойся. Мируська, ну что ты задумалась? Мира, Мира. Марсик сзади. Смешно так. Вылез. Ну что? Я пришел в холодильник. Мне тут надо кое-что взять. Ой, а тут без смеха. Без смеха. Вот мне что надо. Но это не колбаса. Это пастила. Это вам не нужно. Не думаю, что это колбаса. Ну, такая, знаете, пастилка вон, завернутая. Режу на кусочки и ем. Кисленькая такая. Ну что? Идите, укладывайтесь. Все, я уже видел, как вы спите, в какой последовательности. Марсик, Мирка, потом Жорик. Жорик замыкающий. Все, спокойной ночи. Все, вот у нас начались теперь вот такие вот недели. Ну, не знаю, 10 дней или 2 недели будет круговерть-то. Ну, по возможности буду освещать. У нас же всегда сериалы. Или чистка озера, или чистка этого, или постройка, строительство заборчика, или выкапывание сосен. Ну, обязательно что-нибудь происходит. Так, куда вы? Куда вы? Идите в будочку, быстрее. Уходите. Иди, Жорка, забирай. Иди, все, Марсенчик, давай, быстрее. Бегом, бегом. Все, по местам. Они же увидели у меня в кармане, видите? И думаю, что это колбаса. Это не колбаса. Это кисленькая такая штучка. Вы ее есть не будете. Не будете. Все, давайте в будку, быстро. Как же их в будку загнать? Сейчас, у меня есть тут. Знаете, будку вот это вас загонит. Туда, все. Вот так, все. Один пошел. Рядно. Забегай быстрее, Жорик. Быстрее, пока Марсика нету. Ну, он, знаете, он как пробка в шампанском. Он туда не полезет. Он будет затыкать вот это вот горлышко вот этой бутылки. Я ее называю бутылка. Эту будку. Будка для новобрачных. Ну что, все? Я пошел. Давайте, пока. Все, сидите. Не идите за мной. Мирка, зови, все. А я выключаю свет. Все. Всем спокойной ночи.